День матери. Кто или что стоит за этим праздником? Прежде всего, это архетип Великой Матери. Тот базовый фундамент, на котором строится сознание всех живущих на Земле людей. Это один из ключевых моментов, через который сознание человека получает возможность входить во взаимодействие с планетой Земля. То есть это некий великий инь, принцип материализации рождения и в том числе поглощения. В той или иной степени все люди имеют одержимость этим принципом. Когда вот эта одержимость становится чрезмерной, то мы видим психологические проблемы, как там невозможность пройти сепарацию от родителей. Созависимые отношения также в большинстве случаев базируются на одержимости архетипом Великой Матери. Поэтому в этот день я рекомендую осознанно повзаимодействовать с этой могучей архетипической структурой, попытаться понять, что вы недопонимаете, почему вы залипаете или как-то недопонимаете вот эту вещь. То есть здесь перекос может быть в две стороны. Вы либо отрицаете это, либо вы в этом залипаете. Но отрицанию больше всего подвержены мужчины, у которых очень много претензий ко всем женщинам и, как следствие, к архетипу Великой Матери. Поэтому в этот день я рекомендую обязательно поздравить свою биологическую маму, хорошо поговорить с ней по-доброму и настроиться на взаимодействие вот с этой архетипической структурой для того, чтобы осознать свои какие-то непроработки. Вот, о результатах можете написать здесь или мне в личку в WhatsApp. Всех с праздником!